Запуск космического радиотелескопа «Спектр-РГ». Научный космический аппарат «Спектр-рентген-гамма», «Спектр-РГ», рентгеновская обсерватория. Ее миссия – создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. «Спектр-РГ» способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью. Один из главных вопросов, на который он должен ответить – как проходила эволюция галактик.